Ты не буду ничего рассказывать! Вот давай, если ты... Вот сам тогда рассказывай! Вот рассказывай давай, если ты больше меня знаешь! Давай! Ну, видишь, я расскажу. Давай! А так... Значит... Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о воде и работнике его вполне. Если ты понимаешь, что вот это кто написал? Пушкин. Пушкин! Вот! Я же не просто так тебе взял вот это, все это, раз, раз. Все. Я же гениальный человек, у него, понимаешь, вот смотри сам, поп, он как, он говорит, такой круглый. Ага, круглый. И поэтому он такой, он у него на О. То есть пошел поп по базару. Ну, вот так. А балда, он яковка такой, я. Он такой, а, балда, балда. Ну вот, поэтому надо говорить. Пошел, жил-был поп. Толодонный лоб. Вот, да, вот. Пошел поп по базару посмотреть, какого товару. Я поп, да? Ты поп, да. Ты поп. Хорошо. А навстречу ему балда. Идет, сам не знает куда. Ты я балда? Ты балда. Я балда? Ты балда. Ты балда. Ты балда. Я балда? Ты балда. Ладно, ладно, болта ты болта, ну, подумаешь, а, не, не впервой, не, болта ты болта. На свете, пишешься меня, болтой, все от того, что я не поживу, и потому иду прямой тропой, и в сторону чужую не гляжу, вот так, я, значит, так живу, я так живу, работаю, казалось бы, с руки, кую. Кую, смолю, пью, и не смотрю, между прочим, в чужие сундуки. Вот такой трудяга и работяга. Все время работаю, занят каким-то делом, тружусь, вот, постоянно мне нужно заниматься. Не могу с ней без дела, тружусь, вот такой трудогой. Нужен мне работник. Конюха, повар, плотник. А где мне найти такого? А служителя не очень дорого. Не очень дорогого? Не очень дорогого. Не очень дорогого. Ладно. Ладно, говорит балда. Буду служить тебе. Усердно и очень исправно. В год за 3 щелка тебе по лбу. Есть что, давай, не варёный по лбу.